И долгожданное развитие истории с розыгрышем эпатажной светской певицы Пэрис Хилтон. Напомню, после жестокой шутки одного из телешоу, где организаторы сымитировали падение самолета, блондинка пришла в панику. Конечно, после срабатывания аварийной сигнализации и нескольких крутых пике самолет благополучно приземлился. А вот поп-дива, потерявшая на пару минут свой благочестивый образ, весьма расстроилась и даже пообещала убить актеров. Слово Пэрис не сдержала, но заявила, что в суд все же обратится. Попытается отстоять свое достоинство.